В галерее домовой росписи находится текстильный ковер в виде реки Обва. Его вязало более 100 человек из Соликамска, Березняков, Лысьвы, Перми, Ильинского района и Кургана. Сам ковер длиной более 11 метров, шириной 2,5 метра. По берегам реки расставлены 8 арт-объектов в форме прялки, характеризующие элементы той или иной росписи Обнинского поречья.